Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Давид и Авигея. Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов, и сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот, а я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро, пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла, пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.